Вы на канале Факра Россия. Меня зовут Алена. Наша компания занимается производством мансардных окон и чердачных лестниц. И одну из новинок мы сегодня хотим вам показать. Перед вами окно с комбинированной системой открывания Pre-Select. Мансардное окно FPP Max U3 сочетает в себе все преимущества окон для крыши. Хороший обзор, возможность беспрепятственно смотреть из окна, многофункциональность, удобство эксплуатации. Окно изготовлено из сосны высшего качества, покрыто двумя слоями полиакрилового лака на водной основе. Оснащено однокамерным энергосберегающим морозостойким стеклопакетом U3 с теплодистанционной рамкой TGI. Также на данной модели имеется 4 контура уплотнения, автоматический вент-клапан V40P, который самостоятельно регулирует приток воздуха в помещение, и ручка эксклюзив. Данная модель совмещает в себе два способа открывания – среднеповоротный до 180 градусов и подвесной. В отличие от предыдущих моделей Pre-Select, где створка в подвесном варианте открывалась до 35 градусов, в данном варианте открывается до 45, что почти на 30% больше, чем у других моделей. В инновационной системе фурнитуры функция наклона отделена от функции поворота, что гарантирует выполнение только выбранного метода открывания и полную устойчивость створки как при наклоне, так и при повороте. Это обеспечивает высокую долговечность продукта и безопасность использования. Переключатель режимов находится на боковом элементе оконной коробки и не заметен при закрытом окне. Также окно Pre-Select Max оснащено функцией TopSafe – системой защиты от взлома. А также для холодных и климатических зон России возможна установка модели окна FTP VU5 Pre-Select, оснащенная двухкамерным суперэнергосберегающим стеклопакетом. Более подробную информацию о данной модели вы можете узнать на нашем сайте по ссылке в описании ниже. Ну что ж, на этом наш выпуск подошел к концу. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. С вами была Алена. До новых встреч. Пока-пока.